у нас уже нет сил, понимаете? Мы не для количества, мы пришли из идейных соображений. Из идейных, да. Из идейных. Мне одна там показать, спросила, что случайно? Мы против. Нет, она мне спрашивает, здесь случайно. Я говорю, нет, не случайно. Совершенно не случайно. А наоборот даже. Что мы против, что против вранья. У нас есть дети. Надоели нам. Прямо все очковтирательство и шапку закидательства. Ой, очковтирательство. Сидят. Отдыхаем. Полицейских больше, чем народа. Ваня, идем, что с ним устраивает? Переглядки. Так, если у нас больше 1000 смотрящих, не забывайте, что у нас сегодня трансляция от НТВ Journal.com. Добавляйте друзья и полосы Twitter камеры Кит. Уважаемые граждане, убедительная просьба, направляйте в сторону метро. Вход метро с моей стороны. Да здравствует Россия без Путина! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Народ на Канары, а Путина на Нары стоят! Где покажете, какой канал я посмотрю? Лишь бы не НТВ. Запомните меня, Максим зовут. Я кричал, все на Кремль! Запомним его? Запомните, все, последние слова мои были. Уважаемые граждане, убедительная просьба. Кто возложил цветы, не задерживаемся. Проходим в сторону метро. НТВ, что ли? Какая разница? Видишь, люди работают. Гражданин майор, вы командир, можно к вам обратиться? Гражданин майор, разрешите обратиться к вам? Позор! 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 Резиновые пули, слезоточивый газ, подарки президента для всех народных масс. Путин, это гражданская война! Это оккупация. Путин государственный преступник. Свободу политзаключенным! 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 Путин хочет войти в историю вот этими сейчас арестами, так? Но он свое дело сделал, он уже вошел в историю, как гнойный паразит. Сцепку! Народ проснется и Путин и найдет. Путина найдет в истории, ему место найдет в истории. Такое, какое он заслуживает. Долой полицейское быдло! Долой полицейское быдло! Долой полицейское быдло! С этой стороны у нас здесь... Этот парень вместо мор скажет, ты за него? Ну сегодня, да. Он за него. Да, а сейчас вы можете, кстати, Мортису привет передать, он сейчас ходит. Привет, Мортис, привет. Он за двоих, он там. Еще идет. Ну что, дебилы, блядь, с ума сошли там. Извините. Да, я ее знал. Давайте, ребят. Вас!
Позор! Ребят, не расцепляйтесь! Вас разгладят! Дорог Антоны! Мы их заблокировали. Кого выцепляю? Никого не отдадим! Припускаем их. Держите! Выловили! Как на масленице, что так все это выглядит. Никого не отдадим! Даже в лес. Ну, так неинтересно. Зато тут тепло. Они отсюда. Не знаю, по-моему, они по грибы пошли. Я понял, что грибы. Долой произвол! Долой произвол! Долой произвол! Берегите! Слышите, Спаха, куда вы ловите? Хуяли совсем! Долой полицейское государство! Долой полицейское государство! Долой произвол! Ой, бля! Саша, дура, куда ты это мы вытесняем? Я не понимаю, что кого? Кого теснит? Догоняем нет. Ой, я даже согрелась. Люди стояли, никого не трогали. Ничего не делали. Блюйте на них, блюйте. Ни кочешка, ни жители подъезда. И как собирали подъезда, как собирали, так и собирать на конверт. А по дороге все эти деньги разворовываются. Жилищными организациями и департаментами. Вот так вот. Да кого вы охраняете, а? Городскую власть. Это же только капля в море. Вот это вот, смотри, оплата консьержки. Вот посчитайте, 18 тысяч, но кругом 20 тысяч. Путин не смотрит, можно расходиться, господа. Сколько улетел. Мы просто погуляем. Вот и посчитайте, не миллионами пахнет, а миллиардами. Когда это было видно, чтобы в 5 часов он уверял репрессии, репрессии-то нельзя было стоять. Почему? Задержанные проходим в сторону метро. Не задержанные. Проходим в сторону метро. Денис, не теряйся. Уважаемые граждане, убедительная просьба. Не задерживаться. Проходим в сторону метро. Что же делать? Что же это? Что беззаконие? Да я не нужные люди, понятно. Ну это же вообще свинство. Я могу и в 7 часов сюда прийти. Почему я пришла или я сразу выгоняю? Какая-то катастрофа. Не государство, а катастрофа. Мы не можем. Коридор. 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 О, закрывай. Закрывай. Все, закрывай, все. Антон, не твое? Нет. Ну держи. Спасибо. Хочешь? Давай. А для телевика? Нет? Телевика. А, это телевика, что ли? Ага. Блин, пардон. Вот ты пришел. Все. Давай.
Давай, бери. Варишь. А что вы второй знаете? Решение пошло. Вперед! Давай! Там группа потом. Ну пойдет, коридор. Да блин. Сторону! Дышит постоянно. Надышали. Кто он дышит? Кто? Вы меня специально сюда выпихнули, чтобы меня заптали, да? Я пожилой человек после инсульта, вы меня сюда выпихнули, чтобы меня толкали. Вы специально людей загнали в ловушку, чтобы их толкали, чтобы кто-нибудь пострадал. Вы нарушаете Конституцию. Что? Смотрите, что творится. Разве вам не стыдно? Тут и взрослые, и старые, и дети, и с палками. Это пресса, пресса. Руку. Не цепляйтесь! Это один молодой человек! Встаньте! Сюда, встаньте! Что случилось? Ты живой? Снимите. Души, ребят, все, обходите, пожалуйста. Вы шли, вы знаете, куда? То есть без разницы, либо на этих встречках, либо на пустышах выйти, и туда я, короче, на выходе. Я вот сейчас там, где его. Вы что делаете там лестница? Сейчас люди полетят и убьются. Это будет на вашей совести. Смотрите, люди сами спустятся. Пусть сами спустятся. Зачем вы их толкаете с лестницы в метро? Там дедушка был пожилой. Вот как вы думаете, как он сейчас лестницу спускался? Аккуратно!
дома? До дома будете привожать? До дома что? Куда еще? Какие подвалы? Пропустите ее и все. Какие подвалы еще? Остальных давай. А что там такое? Вы меня толкаете! Так, можно пройти? Вы разговариваете! Вот, метро! Все, закрываем дверь! Что? Логично, да, что ли? Ну, конечно, снаружи, да? Ну, ладно. Можешь пройти? Выходим. Что-то они то выгоняют, то выпускают.